Ну, точнее, этих. Кадама, ну, блядь, ну, чё ты так долго? Заходи, тебя только ждем. Он, скорее всего, зашел, когда еще боссы были на арене. И сейчас вылетел с игры. Кушай рыбу. Сразу будем запускать. Рыбу покушай. Все, ребаф эти по ханту и будем запускать. Пока жрет, запускаем. Скоро ребуты начнутся, через час примерно. Аску, пожалуйста. Кулак. А там 45-й шмот будет падать, это вообще хуйня какая. Какой? 45-й. Дайте каску, ну, ты знаешь, по ханту. Какой там шмот? Здесь все нормально, почему? О, ну, посмотрим, на... короче. В смысле, на сайте есть... А он... Да похуй, да, блядь, блядь, этот бежит нахуй от этой обезьяны, нахуй вам сейчас это думать про эту хуйню, заебали. Очень справедливое замечание. 3, 2, 1. Блэкбери, блядь, когда становишься условно в трусы, тебе сказали побежали просто, завис, не завис, зажимай кнопку нахуй. Тяни чуть-чуть, босс. Чуть-чуть сам там заеби босса. Минус 1, блядь, давай сразу пойдем нахуй. Ой, давай бить, похуй. Сейчас БР даст, а, ты КД был. Ну, ты минус 3. Давай, уже, пойдем, уже минус 3, нахуй. Минус 4, да. Все, уже смысла нет. Уже вы заебали, честное слово. Я не мог босса повернуть, когда вы сказали, потому что он подстанивает, периодически сбивает с ног. Да... Буквально на метр надо было привести. Но меня он сбил с ног. Да нет, ничего. Тут уже пофиг. Не заходите в инст, еще босс на арене, у вас виснет игра. Будете заходить. Можно вообще не заходить. Скажу нельзя. Ну, разрешите мне не заходить. У всех какие-то лаги, шмаги, бля. Все, можно заходить. Предлагаю 5 групп РБК собрать и пойти РБК. Слышишь, для нас сложно. А спроси сейчас в рейде, у кого проходки нет. Может, рейд на грудмаге соберется? Да тут у всех лагает, понимаешь? А, какой... а, ну ладно. Какой грудмагик, идем сейчас. Да. Пойдем. Да это не интересный инст, тут, блядь, у людей лагает сразу. Может, на груди магики не будет. Заходи с вами, да. На груди магики мозгов не будет. Здесь железо не позволяет, там мозгов не хватает. Все, иди. Понятно. И рыбу с Энджело. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний... Уфолок завис, что ли? В этом Колизее... Да иди здесь? Сразиться с опаснейшим... Блядь! Те из вас, кто... Сегодня. Не, ну его дрогнет. В каком там танце кружимся? Пиздец. Надеюсь, мы с тобой не вайпнемся. Да потому что, блядь, на первом трайве просил, блядь, уберите, сука, ебучих петов. Хуй, блядь. Словил петом один, второй потом два раза своим. Кит не может уфолить, пока он не забагал этот. И пошли. Он сейчас зайдет в мир его друг автоматом. 3, 2. Ну сдохнет, мужик, сдохнет. Подбежали. Потому что нахуй вы подбегаете, блять, из-за своей трапы, блять, вонючие ставите. Он-то кинул. Так а он кинул лужу в меня. Я на ебенях сидел, блять. Все пошло по пизде. Короче. Стоите в лужу.
все. Блядь, лужа исчезла, что делать? Я в босса буду играть, я хочу босса забрать, дай сюда босса. Слышите, а кто вешает пылающее воздаяние? Что это такое? Я первый раз вижу, нахуй. Это Эридар, когда умирает. О-о-о! Охуительно. Надо их продавать. Смерть Эридара? Да, команда, зайди в лужу. Так, Эридар, сдохни, сдох, вывернули. Так, Эридар, сдохни, сдох, вывернули. У нас Бэр только один. Ноль. А интересно, когда Пал Эридар дает диван, он дает баф? А-а. Он же не умирает. Нет, Пал умирает, который дает диван. Он-то а, сидит. Пал Эридар, я понял, я не так услышал. Да, дает любая. Когда Пал Эридар дает диван, он умирает. Все правильно. Заходите пока что. Фрост Мак или Сили Фейс, кто-то здесь из вас? У меня, кстати, идея появилась. Может, пойдем две десятки потравим, блядь? Или Фейс, давай, ври. Животная десятка пока. Уже была одна. Все мне даже... Да. Поставьте шкаф, пожалуйста. Егор, отойди тоже в РДД-зону, чтобы один я был в мили-зоне. Все остальные свалите в РДД. Ты немного не понимаешь, как эти лужи работают. Они кидаются как раз-таки на тех, кто далеко от босса стоит. Типа, если ты... Серьезно? С самого начала стоишь в боссе, она в тебя не кинется. Егор стоял в 10 метрах, и, соответственно, на него накинулась. Или в 5 метрах. Смотри, стой, Саня. Я хочу, чтобы вот эта зона была свободна. Вот и все. И один я в ней был. Вот. Все, что я хоть попросил сделать. Егор стоял где-то здесь. В него и кинуло. Дойдите просто с мили-зон. По-моему, где-то здесь, да? Где-то тут. У тебя и залетело лужа. Вот этот вот круг, вот этот вот деревянный. Посвободите все, не идите в него. И пусть летит в РДД-зону первый лужа. Кушайте рыбу, Ренессан, вставай. Там даже была тактика, по которой весь рейд стоит вот в этой самой, вот в этом самом кругу, а один ДЦ просто бегает по кругу дальнему, схиляет себя и пати, и все. Да не придумывай ничего. Мы так удалили. Ну, это сложнее выполнение. Мы ни разу в ИК 25 не убивали. Давайте новые тактики придумаем. Юра, заходи. Заходи, секунду. Дайте лапку в барабанах. Кто-то здесь из бизнеса. Да, точно. РС-25 гер. Зергом. Че еще раз? Был. РС-25 гер. Был я. Зергом убивал, да? Да. На циркуле, да? Нет, здесь убивал. Здесь на X2. А в каком году? В прошлом? Или да, в прошлом. Обычку что ли? 25 х. Зергом! Да нет, стоят все во тьме. Стоят все во тьме. Переводят материальность до 100%. Потом прыгают все в свет, по боссу увеличен урон на 400%. Это дается гер, убивается босс. Как он называется? Как он, в 290-м, да, вот в этом шмоте уже, да? Ну, конечно. Там 208. Средний рейд был 280. Ну, ладно, кушай. 10 минут хватит сопрота? Да, хватит. Должно хватить. Ну, несколько пудов. Кушайте рыбу. Дайте кулак каску по ханту, пожалуйста. Покушай, Юра, главное рыбу. А, я покушаю. Вот, пойдите, поставьте свои трапы говняные заранее. И я больше ставлю не бегать. Я трапы, я потом отбегаю. Бля, я же пес вот. Того флага. Все вот с этого щита свалили нахрен. С этой зоны. Ни одного человека, чтоб там не было. Только не умирайте, у нас Бэра нет.
Все, когда мас, ставь и вали отсюда, оп, и ты сейчас я скажу. Сейчас скажу, когда ставить надо всех. Да мы знаем. Ну да, в прошлый раз ты отбежал, я когда уже босс убежал. А он уже ходил и забыл. Тихо. Всем. Все, поставили с твоей. 4, 3, 2, 1. Первый уже не залечит никуда, ни лики не лезьте к боссу. Сейчас полетит первый ужин. Вот. Все, побежали, выбежал Хан Юра. Так она под боссом. А что это под боссом уже? Блять. Я в ахуе просто. А вы что, ее не видели? Нет. Застанула, кстати, она затрапана. Блять. Не ставьте ебучие трапы эти, блядь. Дело-то не в трапе, дело в том, что ее милики не увидели. Семь реально человек. Не видно было, она под полом. Дело в том, что застанила нахуй, даже с первого тика. От кого? Я не застанила. А я считаю, что мы уже сходили в ВК-25, можно расходиться, потому что это слышишь, заебал. Слышишь, а давай ты ее просто не будешь ставить в центр, а ставь у ворот. Мы полукружком нормально будем стоять, и лужа не будет под боссом. Я не знаю, зачем в центр вводить, это и время терять, и лужа будет в миликов лететь. Посмотрим, поставим под ворота, блять, начнется. Если они так не могут убежать. Там начнутся РДДшники падать по КД. Миликов встанет. Просто смотри, дождь. Когда она в центре, у нас круг в распоряжении. Когда она у ворот, у нас полукруг в распоряжении. В два раза меньше места. Они нахуй умирают в кругу. А, только я не могу ее поесть. Короче, заходите, упали, встали, побежали дальше бить. Не, разу их раньше к боссу подошел никотин точно, или подлый крюк кто-то, один из урок, это первый момент. Второй момент, не ставьте трапы свои. Это не в трапе дело, там, мы ставим трапу и отходим спокойно, и она почему-то, ну, трап это же не игрок. Вопрос. Трапа не игрок, но в трапу-то врезается босс. Санек, секунду. Один маленький вопрос. Рэл просит не ставить трапу. Сложно? Да, очень сложно, как и пета убрать. Вы понимаете, что вы сдохли от лужи? Вы ее не ждете. Вот это ключевая проблема ваша. Всех, все должны ждать лужу. Милики, танки, хилы. Это была вторая лужа. Что уже? Это была вторая лужа. Блять, плохую какая, надо всегда. Это первая была под боссом, первая, я ее видел. Вторая в РДД зону пошла. Просто, что, блядь, сука, таймер совпал таким образом, что он клэпнул, когда все подбежали. Здесь нету сейчас виноватого, нахуй. Не надо разводить вот эти сопли ебаные. Ты говно, я говно. Ты казала, я казала. А я не сдох в луже. Говно ебаное. Подожди, я не сдох, нахуй, в луже. Я просто вышел из нее и заклапился в уме, ну, не в луже, блядь. Слышал звук ДБМа, что в луже, прыгнул вперед и все, и в полете заклапился. Дима Сэнджо готовый. Дима Сэнджо. Сэнджу. Ребята, еще раз. Рога, если хоть один подойдет раньше, будем тоже минусовать. Не спешите вы, блядь, обязательно этого босса. Успеете вы его убить. Урона хватает. Выживите. Возможно, это из-за Роги кинуло лузить. Потому что он раньше. Вот один Рога вот стоял 100% вот здесь в стелсе. Не посмотрел какой. Вот, один из рок стоял вот тут. Но он начал бить раньше всех босс. Включите нахуй рекаунты свои, блядь, не смотрите на эти цифры. Конечно. 4, 3, 2, 1. Блядь, 50 на 50. Я пока не могу.
Я хочу плакать. Прохильте Вудли, долго без хила. Ренессанса. Егор, забирай. Босс. Как мы сдохнем? А, бывает, я уже. Ну, тихо нахуй. Не, говорю, нам надо в РБК всей губкомпании не забыться. Так, фигу. 5 секунд. Я еще скину свои стаки, но все-таки подожду. Сейчас заберу бот. Блядь, чёрт. Блядь, подвесил как раз стак. На последней секунде. Закиньте в Егора бол. Егор заберет босс. Санька, закинь. Егор, нету стаков больше? Нету, нету. Забирай, забирай босс, Ботанич. Жень, закинь меня уже бот. Сейчас. Жень. Спасибо. Давайте еще один. Да, нету. А, я как-то закинь. Я, наверное, тебя не сделал. Закинь. Минута до бопа следующего прихода. Просто хил. Да, да, да. Крестите жопу хилына. Три, два, один. Мастаунт, не жми его. Не жми мастаунт, блядь. Да я не жал никакой мастаунт. Да, там он дал два удара и перегнул. Ну, не важно, что двоих куда-то волнует. Смотрите, милики в левую сторону, перебегите, лужа будет. Снова. Прохильте меня. Будет близко возле миликов лужа. Ну, блюй, сука. Милизоник. Дальше вы. Разморозил вроде бы всех. Если харканет, будет очень плохо. На мне нет дебафа. 23%. Ясно. Давайте ранжу набрать. Оба я заморожен. Женя, нажмешь массакру. Жми. А, сейчас тут падать. Пойдите, зайдите в лужу. Стали лужу. Да, я разверну их. Ну, он... Да на один дебаф только повесила. Ну, пиздец какой-то. Все равно у змеи 20% хп. Да, ну, там да. Гали, да. Гали не было, Гали 15 тысяч дает. Не заходите пока. Мак, иди пока на замену снова, или фейс, Андрюха, 5 рейд. Заходите, сразу вставайте, забегайте, ставлю рыбу, заново пуляем сразу. Почему этот босс так сложен для людей? Заходите. Какой я голодный, злой, еще и вонючий. О, у меня еще и дискорд дропнул, вау. Нет, сейчас слышно тебя, Петь. Бухой, заходи. Да не, перезапускаю. Хорошо, давай. Хорошо, давай, Сидим. Да? Поставьте шкаф для Андрея. А, он здесь должен быть, Петь. Ты понимаешь, что я не могу босса поставить так к стенке, Грэнни, потому что его кто-то перегревает. А у меня КД... Ну, его переагривает Егор, возможно, из-за напула. Да он не жмет мостал. Он говорит, что не жмет, значит, не жмет. А в чем проблема? Скорее всего,
том, что босс срывается и немножко перебегать приходится ему. Ну, вероятно, просто эту змею пулят в Егор, и все. Нахуй надо, я не знаю. Так три лпхи, и его с тебя не срывет. Так я даю, я не три даю, я руник оставляю, я даю 5 лпх в нее, блин. И только... Бля, на позапрошлом трае я лажанул, не скликнул не ту кнопку, прожал мастаун. В этот раз я не знаю, что было. А на пуле или по ходу? Давай чекаем. Гад. Еще просьба на пулы вот давать не сразу в Егор, а дать, когда выйдет именно кислотный, когда вы светите. И спешите. Поздравляю, господа, мы час сидим на первом боссе. Пизда. И только 8 вайпов за час. Только 8. Уже, блядь, 8 вайпов. Уже. Нет, это только, блядь, за час можно было 10 сделать. Я думаю, после третьего можно было просто расходиться и все. Я тут. Не, я просто утрирую, ребят. У нас не получится ИВК на фул, нахуй нам это нужно вообще. Все, хватит изморали. Заходите, Кадама, ты заходишь, блин, каждый пул. Один пул сделали, тебя улетаешь. Не вставайте с тела раньше. Ну так не вставай с тела, тебе уже 10 раз сказали. Стой, жди до того. Подлый трюк, вот, например. Все, я обмазывался говном. На никотина напулил почему-то. Когда надо на танк напулил. Все нормально он напулил. Все нормально он напулил, я им сказал напулил это. Друг на друга. Дело не в этом же. Сняли почему... Ну, проблема в том, что били персонажа, который напулил Егора, и сняли с меня. Ну, это такая минимальная проблема. Ешь рыбу, набасни себе ханта и будем запускать. А давайте сейчас сделаем все красиво, а? А тебе каску по хантам, нету каски. Спасибо. И замечание по танкованию Кайля. То, что ты не можешь заагрить босса, ну блин, я заагрил, его сняли. Да, раньше времени, только ты в твой пул уже нас набираешь по 7-8 стаков на первом боссе. Ну, смысл сразу тут занимаешь. Это справедливое замечание, ну да. Одно дело, что это просто не вайпает нас, что и то хорошо. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, процающий бивень. Да, фласки обновите. 5, 4, 3, 2. Все, убежали с круга пока. Окей, Жень. Пять вулин. Она прям под боссом заспавнилась. Я не знаю, что за хуйня. Тогда. Дадите мне. И это четвертая лужа по счету была. Я знаю почему. Ну, объясни, если знаешь. На РНЖ должно быть 8 человек. А же было меньше. А ничего, что все РДДшники все были на РНЖ. Значит, баг какой-то. Какое 8 человек, дружище? Я знаю тактику, где стоять все в миллизоне, я просто бегаю вокруг ДЦшниками и все, нахуй, все лужи у меня летят. Ну давай сейчас так попробуем, сейчас же предлагал кто-то эту тактику. Потом будет это под миллизоны спавниться. Правильно человек сказал, что надо, чтобы 8 человек на РНЖ стояло. Не, ну предложили тактику, что бы не попробовать. Мы тут сидим на ну, час. Один хуй заплюет центр, потому что, ну, 8 человек по-любому должно стоять в РНЖ-зоне. Ну так надо же. Блять, увидеть. Я вам говорю, слушай. Тебе да, зачем? Я закрывал эту хуйню по-разному. Слушай внимательно. Может? Не спорь, а слушай, смотри. Я закрывал эту хуйню по-разному. Здесь три вида тактики. У ворот, блядь, в центре, и когда весь рейд в центре стоит, и один ДЦ вокруг бегает. Это нихуя вам не даст просто. Это просто получился рандом. И 8 человек не обязательно, чтобы стояло. Еще к чему я просто это все вел. Заходите дальше. Ну, Жень, тебе уже уходить надо? Жень. Ты ж понимаешь, да? Если, да... если хилы поймают один топот, то все, пизда. Так там ДЦ есть, похуй.
Я не предлагаю танчить, типа, чтобы все стояли в центре. Я тебе говорю, что и топот они не ловили, это все озвучивается просто. Каждый топот. Я к тому, что не надо 8 человек в ренже, для того, чтобы лужи спавнились в ренжу. Жень, тебе уходить уже надо или ты еще трай делаешь? Еще могу? Давай, все. Заходи, Никотин, ты последний, не будем опять пугать. Че он такой? На работу пора, че? Ну, отойти надо на 10 минут. А, ну это типа прибег же потом. Никотин, ты тут? Дэс пишет, что завис. Завис. Просто нажми Alt F4 заново зайди в игру. Зарано зашел. В игру. Ну, зарано зайти. Если зашел. Не махрепост напишу на эту хуйню, типа. Да по-любому уже все знают, потому что ну, эта херня уже месяц. Ну, блять, знают, по итогу, блять, с ветрами такая же хуйня была. Никто ничего не писал. Игроки знают, что некоторые люди в игре есть. Некоторые люди в другом канале сидят. Чтоб не слушать. Вова, ты не отвиснешь, нажми Alt F4. Да какой комп? Нахуя комп, блядь? Задачу сними и все, бля. Ну, может, у него реально зависло, он же лучше знает, что у него там зависло. Да это баг. Ну да. Просто ему надо... Но... Надо было задачу просто снять. Человек правильно сказал. Вы предполагаете, что у него стандартно завис лол, блядь. А может, у него, блядь, завис весь комп, нахуй. Может, не уточнил он. Ну, босс, я не знаю, вот пока он там зависает, я просто вот, ну, сколько играю, да, здесь, я первый раз вижу, чтобы четвертая лужа по счету прилетала вот так вот прям в жопу босса, блядь, первый раз вижу такую хуйню. Ну, типа, если взять это в расчет, то нужно эти лужи ждать всегда и всем, если такой рандом есть. Просто вы их не ждали. Но, ой, ты же сколько раз... В том-то и дело, ты ж бил, уже мы сколько раз убивали первого босса. Ну, я такого не видел. Раз, да, я первый раз. Так и я не видел. Ну, первого босса. Так есть свойство ломаться. Ну, после этого можно, как бы, там, не знаю, 5 миликов с левой ноги, 5 миликов с правой ноги встать. У нас 12 миликов. Или 14, нахуй. Ну, там дохуя. Ну, давай пока. Давай пока так и сделаем. Первая пати бьет с левой в левую ногу, второй пати в правую ногу. Но... Вот, первая пати убегите сюда, с этой стороны будете бежать. Вторая пати с той стороны, справа. И при том, что вы не просто там встали и с левой ноги бьете, блядь, а ждете лужу, нахуй. Если вас прилетит, вы готовьтесь отбегать. Или там ШВ нажать, или эту хуйню, там, прожимку, блядь. Пока щиток пристовский не пробьется. Это уже не первый трай эта херня прилетает. Если лужа прилетает, это как минимум все лутают 2 стака. Если еще топы, то это 100% вайп. Ну, типа... Это рандом, как обычно, на рандом надеяться. Такого вообще не должно быть. Считывать мелизону ДЦ. Ты не засчитуешь такое количество урона. Топот считывается на фу. Ну, топот считывается. Слушай, вот минимальная логика есть в том, чтобы типа, как минимум разделиться на группы. Второй момент, просто стойте ближе к центру. Не стойте в РД-зоне. Просто танк себе поставили, вы сразу подошли. Не бежите с РД-зоны, все. Типа, если вы стоите на РНЖ, вас босс считает, что вы, типа, РНЖ-шник, все, типа. А не по, именно по классу, что там, воин вы, блядь, или рок, нахуй. Так просто нам говорили не подходить. Я не понимаю, почему нельзя, типа, я вместе... Я просто не подходить вот на этот круг. Что сейчас? Видите? Я не понимаю, почему, как босс выходит, за ним бежать нельзя, прям в нем. Вместе с танком. Ну, по идее, можно, блядь, хули в этом такого. Типа, я всегда так делал, никогда не кидалось, но я, типа... Ну, но в этом трае
так же кидалось. Ты понимаешь, тут суеверные люди сидят. Прыгать там в лужи на лече нельзя, бежать за боссом нельзя, блядь. Ну вот просто происходит такая херня, ну... Это суеверие, тут надо жестко играть, блядь, тут надо все, блядь, каждую секунду использовать для ТПСа, блядь. Бежать за боссом кончится тем, что человек сорвет дамагер его. То, что бежать за боссом и не бить, это совсем уже другая история. Понимаешь, это не суеверие, это просто принятие решения, что как-то засейвить рейд. Все, а не суеверие. Это решение, это понятно, но засейвить как-то странно. Засейвить это что-то. Вова, ты замолчишь или нет? Никита написал, что по-любому заходит. Лучше все по разным тактикам убивали. Бегаем заходит. Спокойно, бьем миликами. С пула с самого. Да какая разница, он просто не умирает и все. Он не дает нам просто его... Ну так-то по большому счету да, мы, блядь, первый босс не проходим. Все почему? Потому что лужу не ждали. Не ожидали. Почему ждали? У миликов, четвертую. Мы стояли, били и начали, лужа в них не летает никогда. Ну первый раз мы это видели. Опять же, лужа в мелизоне, я же. Бля, вы столько устроили вот этого, короче, ради одного вайпа на луже, блядь, я в ахуе просто. Просто этот один вайп, мы уже стоим 10 минут. Да тут не катилось. Ну, мы стоим 10 минут. Ребят, пока ждём, сперва вы стояли из-за того, что у меня порвал свет, вы, наверное, не могли понять. Я, блядь, зайду, не зайду. Это... Потом мы стоим, сейчас никотин завис, типа. Мы стоим не из-за того, что типа, блядь, вайпаемся, не можем там траить. Мы стоим просто, что людей ждем. А еще раньше у нас было 8 минут трай, мы били рева и врезался в челика рев. Рев словил бирсу, мы вайпнулись, потом опять дошли до рева. Потом он опять два раза словил бирсу, и мы опять вайпнулись. То есть было все нормально. Но потом на первом боссе стало уже прилетать в мелизон. ПКД. Ой. Никотин, ну шо там у тебя, шо так долго? Да, блять, вон, бери замены кого-то, вон. Просто мага там, я хуй знаю. Мы до рёва доходим. Бля, я, короче, это, заказываю себе еду, во сколько курьер придет, в душе не ебу. Если что, просто встану и пойду открывать дверь. А ты хил? Да я шучу. Тему скидываю, нахуй. Курьер подождать, правильно. Да мне тоже там позвонят, новую тактику будут рассказывать на червей, блядь. Как там, блядь, по кругу их водить надо, короче. Если что, я трубку беру, блядь, сразу слушаю, нахуй. Если что, блядь, бросаю все. Шутник. Вообще пиздец. Бля, от бога прям. Говорят, в этом... Как вам, блядь? На Толгороде-то инст открыли на 40 человек. Mm-hmm. Там, короче, осколки на шее можно будет собирать. Потом целка приходишь, просто шеем берешь и все. И древнейший сраниц трэша падает на пачку. Бля, ну это нихуя не интересно робот показать. Давай, давай, берем кого-то мага, блядь. Он комп там, может у него там, блядь, синий экран, блядь. Мы до рёва доходим. Нам просто, чтобы он не врезался, рёв, все, блядь. До рёва-то мы доходим. У нас змеи не умирают, ты понимаешь? У нас два от пула змеи не умирают. Сейчас он зашел, блядь, никотин. Все отдохнули уже. Все, тихо, блядь. Я скажу иначе. Я тут нахожусь, блядь, в рейде, вот в дискорде, минут 10. Как вы заебали ныть? Вот честно. Я в ахуе сижу. А кто ноет, кто ноет? Это пиздец. Никто не ныл, блядь. Ты себя со стороны послушайте. Ты рассчитываешь, что ты не ноешь, но, блядь, это звучит как пиздец какой. Ты хочешь сказать, я ною? Андрюх, ты сможешь... Да заткнись уже, сможешь, вдруг, сделать канал. Канал в следующий раз, чтобы никто не мог пиздеть. Это вообще пиздец какой-то, они задрали. Все, Женя отошел. Саня, зайди в рейд, Мавар, ты тут, Санечек? Дим, прыгни, я пристану. В самолете, мне в городе только надо. Давай, давай, давай. Так Санечек же написал. А, все, я понял. Не заметил.
один. Дает сумон, как будет готов к ней. Все, соберитесь. Спокойно. Управились, встали по мнению, пошли дальше бить. Никакого пиздеца подальше пошли бить. Разводитесь в какую-то, блин. Куча раз убивали. Покушай рыбу пока что. Дайте ребаф по престам. Егор, я сейчас буду босса только снимать, когда полностью атаки сниму. То я сейчас на первой секунде загрел, он мне как раз так подвесил. Фигрили где-то. Он 4 стака на меня кинул, уже пятый пошел по таймеру, я тебе сказал, забирай. Ну, забирай, как видишь, мне без разницы. Ну, вот смотри, у меня первая секунда была дебафа. Ну, вот еще секунда, и он закончился. И он для меня пятый подвесил. Пидрильный. Все, готовность на пол. Никотин, иди с центра, а то. Все, раз первый пати вещи с левой ноги, второй пати с правой ноги. Далеко не отходите, встаньте вот за эту каемку. Не стойте в будет. Как только поставлю босса, идете бить босса. Санька в приоритете за щиты всех миликов до выхода босса. На всякий случай. Я хуй его знает, короче. Вам Саша озвучил, но... сказал, блядь, бараны нахуй, я не понимаю. Ну, ноги надо... Всё, Артём, не пиши это, пожалуйста, больше. Победный у него будет. Вон, полетел уже куда-то. Нормально, нормально. Все, идите, пробуйте бить. Да, блядь, сразу бейте, поставил, бейте, ёбаный в рот. Марсеза, прохилься, побегай, Марсез. Угу, молодец. Тоже еще один стак. Забирай. Опа. На него и СС уже нет. Надо было делить и все. Не, других нет, когда мне сейчас. Этот, СС не было, да? Ну ладно. Я ШВ прожал, но не успел СС отвести. Да, нормально. Сколько стаков, Егор? 3. Прохитите, Егор. Вижу. Сейчас. Пропадет, полностью выберу. Либо. Не его нахуй. Забрал. Ну там что дальше сам. Жень, расчехляй этот боб, когда добью босса, у меня сразу фильм. Не, нахуй. Играйте пока по огненной, на пол не скажите отдавать. Дал больше ЛП. Да. Сейчас снимаем. Меня прокиньте так. Подбежали с креста в морозице. Ближе к кресту. Сейчас не могу пока. Бегу, 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 бегу. Побегите в одну точку. Заморозил его. Так. Вудли, прохитите Войда, Войда. И Вудли. Там,
Давайте. Потом РДшники уже наберите рейнджу. Милики добьете, сразу рейндж набираете. Все, набрали рейндж, уже появилось. Скоро харчок пойдет. Разбегитесь, ребят. Все. Пошел харчок. Женя, готовь массакра. Марсес, глыбу нажми. Возможно, будет еще один харчок, ребят. Ну, значит, стой на РНЖ, бей. Миль, разбежались, еще, возможно, харчок будет. Пошел еще один харчок, убегайте. Ренессанс, Вудли. Ренессанса прохильте. Вестника. Лойд, нажми гимн на ману. На хп, точнее, извиняюсь. Спину босса никто не бейте. Бегите. Сейчас лужа появится. Чувак в ротом. Все, лужа появилась. Под лицом не стойте, под лицом не стойте. Егор, веди ко мне. Не надо отвести, надо уже доползает. Веду. Новых. Добивайте босса. Поближе к Реву. Поближе к Реву все, останьте. Ближе к Реву, подойдите, Егор, веди в сторону трусов. Я веду. Переагрываю. Угу. Побежали все. Ближе, уже побежали. Можете не бить, просто бегите к трусам. Подошли к трусы, петлю, надеюсь, убрали все. Почти все влево убегайте, там будет убегать. Молодцы, Егор, перетаунтишь, когда скажу. Вот он начнет на меня немножко дерниться. Сразу перетаунчиваю его. Чтоб могли РДшники бить. Ставлю выключить. Все, ну, хорошо, молодец. Ближе подбежали сразу, чтобы Фридом достал. Подошли к пивару. Все уперлись в пивар. Ничего, нормально. Почти все вправо убегать, там пару человек только, кто черепа влево. Хорошо, и то же самое Егор сделаешь. Не, пока не перетаунчиваю, на меня дернется, сразу перетаун. Все, давай, красавчик. Приготовьтесь в трусы все заходить. Ну, блин, в трусы стали. Ну, быстрее. Право-лево разбежались теперь. Молодцы. То же самое Егор дернется, если не берет. Да, отлично. Ближе подошли, не, чтобы он вас назад не откинул, ребят. Ой. Он может перед дыханием начать откидывать. Откинет, а потом не тебя дыхать, дышать начнет. И все, и нас убьешь. Да, мы почти все влево убегаете, там пару человек только. Молодцы. Все, готовьте паладин и бабу, добивайте босс. Бабу только жмите. Прожмите. Что? Вилки, ренессанс, вилки. Гудли, о, Гудли, встаньте, шаманы, которые могут. Ой, бля. Да ладно. Ой, не блядь. Так что я еще Андрюха, сейчас Андрюха. Зубы носовую сплыла, блядь, нельзя его в жертву приносить.
смысле, Андрюха? Андрюху не силили, я бежал, блядь, с одной лужи, потом я второй прокнул, я нон-стоп бежал, блядь, даже нет. Не стоял. Андрюха, ты сказал, что хилы в жертву принесли, чтобы победить. Ты рад, да я тебе сказал, когда уже там было, уже последнее врезание, типа. Вот, рано порадовался. В общем, заходите, ничего страшного, встали и пришли. Никотин. Закастуй СС по уфологу Джанг, притон давай в Мавара какого-нибудь. Не, в Мавар не надо. Давай в Готхелп. Хотя покер пока. Рулетка. Уфологу. Единственный БР будет. Все, готовность на пол. Если кого-то там рыба, просто рыбу доедаете, не будем выпускать. Блядь, ну сейчас чисто, не знаю, не повезло. Роги, кстати, когда бьем ледяного рева, на пулы тоже между собой закидывайте друг дружку. Троянский, чего не хватает, Андрей? Андрей. Блядь, ну... FDK. Да вы заебали, ну. FDK, ты тут? Да. Да какого хера ты не жмешь принять? Я бесен. Бутылку с собой брать надо. И сральное ведро. Саня. На долгие рейды. Привет. Готов. Червей такой. Абсорбил. Ай, блядь. Как я ненавижу этого босса, это пиздец. Да ладно, расслабьтесь, все. Да ладно, расслабьтесь еще, ну бы убивать. Да ну пизди, да? В сравнении с этим боссом иди. 5, 4, 3, 2, 1. Все, иди тебе, Тимиль. Четыре стака. Ну, потому что две подряд заспавнились. Кого 4 стака, просто отбеги подальше, ну чтобы вас могли прохиливать. Или зубы в него закиньте, если что. Да не, его так не косит. Ама. Марсе, запрокиньте уфолога. Уфолога. На фол. Далеко. Егор, забирай. Забирай, забирай. Ближе побегай там. Могли тебя прокиливать. На хите влечи. Сейчас, Егор, 4 секунды заберу. Ну, подшиваю, нормально играл. Да, я нормально заберу. А вот сейчас боб нужен. Закиньте в Егора боб. У меня Сань, Женька тоже готов боб. Что ты, блядь? Слабый, да. Ты ж один хуй бежишь сюда. Быстрее. 3, 2, 1. Да, не жить эти припоты, нажмите все, припоты, баночку. Сейчас, подбегите всех, кого заморозило,
Крест. Сейчас отморозим. Видите, кресту тоже разморозил. Успел он дырку засеять. Я там кого-то ни одного не разморозил, да? Не, человек, которого... Боевестник остался. Меня прокильте. Рингзу набрали. Мелики тоже убежали, забрали Рингзу. От Буревестника тоже отбегите. Вадюха, подбеги, разморозь Буревестника. А я его не вижу, где он здесь? С него уже спало. Все, все, просто отбеги, либо кошка. Мелики, приготовьте еще один будет, харчок. Убежали, мелики. Разбежались! Массакра бабл! Я шевыдал. Все, добиваем босса здесь. Вроде, да не подходи ты ко мне. Кого, в трусы или в ром? Сейчас вижу. Вижу, вижу, сейчас вижу. Пока что кто плюет. Не возил. Все, сейчас увидел. Все, и сразу к трусам побежали. Все. О, так мы обоих убили? Да. Егор, забирай. Иди в трусы. Ближе к трусам держитесь. Я забрал его. Руки, когда он будет в стенки врезаться, между собой на пулом я обменивать. Сбежали все в трусы уже. Встали прям в пиварки. Молодцы. Кадама, ты почему один там стоишь? Троян, право-лево разбежались, и петы чьи-то стоят. Вот сейчас просто... О, пет под босса бежит. Повезло. Выкиньте пета нафиг. Я уже все понял. Тихо, блядь! Егор, то же самое сделаешь. Все. Приготовьтесь уже в трусы забегать. Сбежались. Дух стаи не забудьте, право-лево разбежались. Вудли бежит право-лево. Вина, да? Обратно та же фигня. Приставлялся, нет? Да. Тихо, тихо. Не БР, не давай ему БР, Андрей. Еще два врезания есть. Не обосритесь, пожалуйста. Сбежали в трусы. Разбежались вправо-лево. Роги, обменивайтесь на пулы. Егор, сделай то же самое. И че, кого откинуло? Во, меня дыхает стал. Или не кинуло. Убежали в трусы. Разбегитесь, пожалуйста. Это последний раз. Слава яйцам, Чингисхана, блядь. Нихуя себе. Слава Аллаху, ёбан. Я нужен был сразу вам, так бы сразу убить. Как меня взяли с вами? Это ты заруинил, да? Нет.
Егор, я... прыгай в... Я блох абсорбил. Прыгай в этого. Ты видел ДПС? Ну ты понял, хорошо. Да, вижу. А есть дживс? 9990, блин. Ага. 9860. Это кто, Джанг говорит? Жень, скиб. Жень, скибиди, ты тут? Мало, говорит. А. У тебя 9000. Ты же пристал? Угу. Ладно, сосульный, прыгай в этого, в попало. Попало. Ставлю рыбу, Егор, прыгай в танка. Блэкберри, ты закинешь духа, давай шнурки. Таня, ты в Пете закидываешь зубы. Вообще, Андрей, на помощника. Поставь крест, пожалуйста. Вокруг креста РДДшники стали. Все бусты оставляете на порталы. На первый портал отдаем Геру. Сань, если что, на портал надо купить. Тихо, потом. На вулкан? Не, на вулкан оставляем бурсты, если даем Геру на вулкан. В портал просто свечаемся. Все бурсты оставляете на вулкан. Давай, я. У меня нету просто ДД спека, Егор, поэтому. Нет, ты ДД просто прыгну. Сразу сказал спек, не ты понял, а потом ты говоришь, Егор в танка. Вот я и уточнил. Не голос, а нет, не макс соло на стаках. Стаки появились, сразу же все диспелят стаки. Все. Стаки должны быть диспелены. У меня еще вопрос. Я на два босса буду в ДД. Никакую фласку сопрот оставлять или пить, блядь, на 100 сил дистанции? В ДД будет, да. На два босса. Может сопрот оставить. Не перепивай. Уже поднят, нахуй, не дашь. Босс будет запускаться, Марсес, отбеги вот сюда, упри Чтенко. Сейчас. Только одну минуту буквально. Все, все готовы. Марсес на уфолога есть, потом продлите. РДДшники по два человека стали, распределились. И держится рейндж между собой 10 метров. Крест не выносит себе лужу. Череп прокидывается обязательно. Так, сейчас Сосуна быстрее перекину. Опять же, бурсты оставляете все на вулканы. Также первых бомжей закастую я. Лок с ником Джанг, недалеко от креста встань, чтоб я тебе ПС-ку кидал. С этой стороны, ребят, никто вообще не стойте. В эту сторону выносите крест. Далеко только от рейда не дать. Хорошо, Сэнджи, чтоб по мне. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Небопанцем, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Пять, четыре, три, два, один. Перед вами Шарацус, эридарский повелитель пылающего легиона. ДПМ не показывает, к сожалению. Не 80. Семь. Сколько? Как же, когда будет 2 секунды, милики, служит? Два, один. Все, поджали, милики, портал скоро появится в районе креста. Бурсты тоже не отдаете в портал. А я проебался, короче. Простите. Андрей, дашь БР по эссенсу. Вудли выбежал. Ребафните эссенса сразу. Стаки сняли с боссов. Быстрее, уже. Все стаки должны быть мгновенно сняты. Бухова прохил. Андрей, скажешь, когда там этот будет. Бабу добили? Через сколько? Я не знаю, написано. А, через 20 секунд. 20 секунд, да. Сосуна выбежал. Заанонсишь, Андрей. Троянского прохил.
Вначале будут стаки на боссе, нужно будет стаки вначале снять. 10. 5. Все, милики, пошли уже к кресту. Геру, да? Стаки сняли с боссом. О, тут каст. Сразу пейте шотного. Там каст прошел, неизбиваемый. Пока бьем. Сыграли по порталу, поэтому. Этот. Все, пойдите лучше. Че, ни зубки не было? Да там все РДД в вулкане стояли, там големы просто в РДДшниках всех убили. Типа надо, чтобы РДД убили. Что вы делаете? Появляется портал, появляются големы, вы делаете шаг назад, два шага назад, вас вообще не должны килить. Сейчас просто не повезло, каст прошел, который не сбивается. Под стаками и сразу минус 5 человек. Все, заходите, сразу ставлю рыбу, будем пулять. Сейчас.